на дашке лишь на 10%. Заряжаем. О, друзья, вот это как раз крит урон вылетел, да? Видели, как красиво мы двоих противников разобрали. И еще раз, что ли? Нифига себе, два крита подряд. Это новая имба, что ли? Ого. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня настала очередь наконец-таки вернуться к той самой пушке, которая в нашей игре считалась ранее довольно популярной. Это пушка Рельса, и про которую наши разработчики маленечко подзабили. Хотелось сегодня бы выяснить, насколько это актуальная штука. Сегодня мы протестируем Рельсу с одним замечательным устройством, которое раньше мне прям очень сильно захотело. Это дестабилизация снаряда, когда у нас внезапно появлялся безумнейший урон. Насколько сейчас в данный момент это актуально, мы сегодня это выясним. Если ждали подобный видеоролик с обзором на Рельсу, да и в целом, возможно, на подобное устройство, не забывайте однозначно пальчиком вверх поддержать. Ну и также, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Я, в свою очередь, быстренько напомню о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 1 000 000. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 25 000 танкоинов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд-сервере. Залетайте, разбирайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Я вам, друзья, желаю успехов и побед. А мы вместе с вами уже, наверное, выдвигаемся, скорее всего, в быстрый матч, чтобы гораздо быстрее загрузиться, да и в целом просто пробовать и ощутить, насколько же Рельса, возможно, в том или ином формате себя чувствует комфортненько. В чем же, возможно, у нас плюс это Рельсы? В том, что если же у нас вылетает критический урон, то он в 2 раза больше, чем обычный. Это безумно. Для этого сегодня еще взял диктатора, который нам позволяет под овердрайвиком как раз тот самый критический урон иметь. Как вариантик еще можно Хорнета, поэтому, возможно, если сегодня появится такая возможность, мы также Харька протестируем. И недостаток, друзья. И даже их 2. Первый недостаток в том плане, что у нас обычная Рельса, которую мы стреляем без всяких критов, наносит меньше урона на 50%. Ну и также задержка именно выстрела, да, в момент, когда ты нажимаешь пробел, к сожалению, на 10% у нас ощущается с этой рельсой. Насколько это существенно, насколько это критично, мы сегодня это вместе с вами разберемся и поймем. Играя сегодня с дроном-бустером, друзья, тот самый дрон, который повышает ваш урон. Но в случае, конечно, если противник находится без дашки на 20%, в случае, если противник находится на дашке лишь на 10%. Заряжаем. О, друзья, вот это как раз крит урон вылетел, да? Видели, как красиво мы двоих противников разобрали. И еще раз, что ли? Нифига себе, 2 крита подряд. Это новая имба, что ли? Ого. Но будем пробовать, друзья. И очень интересно, на самом деле, заманчиво. Потому что на Рельсе давненько не играл, друзья. Да и в целом, мне кажется, в последнее время Рельса себя чувствовать стало не так уж приятно, как другие наши вооружения, которые особенно выходили с недавних пор. Да, это тот же Скорпиончик, возможно, те же устройства на Рикошета, на Гарама, на Теслу. Ну и намного, наверное, других вооружений, которые я, честно, уже даже запомнить не могу. Давайте твинтик попробовать заряжать. Он находится на дашке, плюс защитником дрона, который повышает, конечно, броню. И пробуем, добиваем. Вот, кстати, крит урон вылетел. То есть мы реально с этим крит уроном можем даже практически под бустер выносить средний танчик. То есть 2700 около того вылетает цифра, которая позволяет нам противников почти уничтожать. Давайте пробовать еще раз диктатору зарядим. Конечно, это Рельса на самом деле, наверное, в случае, если же вы новичок в практике, будет тяжело, поскольку реально очень долгая перезарядка, да, в сравнении с тем же скаутом. Мы, кстати, тестировали, друзья, скаут на моем втором YouTube канале, поэтому кому интересно Рельса, да и в целом, возможно, вы хотите разобраться, какое же устройство больше подходит для вашей игры, то посмотрите тот видеоролик на втором канале со скаутом, который позволяет вам, во-первых, быстрее перезаряжаться, во-вторых, когда вы нажимаете, в случае моем, это клавишу мышки, да, не пробел, то вы можете гораздо быстрее сразу же зарядить рельсу, поскольку у нас 10-секундная задержка после того, как вы нажали выстрел, и после этого рельса начинает разогреваться. То есть некое время вы все же теряете при самом выстреле, друзья. Накопили мы первый овердрайв, который по мере возможности мы постараемся реализовать. А тем самым, конечно, к рельсе немножечко нужно привыкать, потому что я довольно привык часто играть и использовать скаут.
Поэтому тут нужна, конечно, сноровка и, возможно, некая привычка и привыкание к этому вооружению и в целом к параметрам этой пушки. Давайте пробовать, друзья, ДД-шку активирую. У нас, кстати, в формате контроль летчик. В целом формат неплохой, все, конечно, будет зависеть от нашей команды. Сможем ли мы, но вот когда такое залетает, друзья, это безумно. За такую рельсу как минимум пальчики вверх. И если же это было бы еще и почаще, а у нас как раз диктатор, я попробую, возможно, где-нибудь овердрайвик активировать. Мы попробуем это все вместе реализовать. Конечно, 10 секунд не хватит, наверное, много рельс, буквально пару-тройку. Но мы постараемся, хотя бы пару-тройку выдать нашим противничкам. Но сейчас не буду, поскольку у меня практически КД. Хотя наш овердрайв позволяет расходники это вернуть. И как вариантик, наверное, можем активировать и попробовать по вулканчику зарядить. Разобрать 4200. Просто средний танк выносим, друзья. Еще по двоим, возможно. Либо по одному 3300. Немножечко не хватает урона, чтобы Ароса уничтожить. И попробуем смоку. Возможно, к сожалению, успеваю, потому что здоровья очень много потерял. По позиции, друзья. Кому интересно, сколько же реально сейчас на рисе занимать первое место. Пока вроде как на первом месте. То есть вроде как даже комфортно. Нет, конечно, большого прямо отрыва безумного, хотя это только начало матча, то есть мы только лишь 4 минутки сыграли практически 1/3 матча. Поэтому, сыграв до конца боя, мы там уже сможем вместе с вами поделиться результатами, да и целом нашими успехами. Вы, кстати, в комментариях, друзья, также напишите, возможно, с каким устройством вы играете. И что бы, возможно, хотели, чтобы мы вместе с вами затестили на пушке риса. То есть, какое устройство, по-вашему, нуждается тестом. Но когда так залетает 4200, друзья, просто туда, красиво. Если этот видеоролик набирает, друзья, минимум 150 пальчиков вверх, вы напишите устройство, которое хотели бы, чтобы мы затестили. Мы обязательно вместе с вами, хоть завтра, если такова возможность и активность от вас будет, мы обязательно затестим новое устройство какое-нибудь на рисе и посмотрим, насколько оно себя, возможно, чувствует в сравнении с этим устройством, хорошо или же плохо, насколько я считаю, возможно, по моему мнению и ощущению, актуально в данный момент в игре, друзья. 1300, вулканчик нас, кстати, не замечает по точкам. Мы пока что не сильно уверены, держим, при этом будем стараться, возможно, забирать постепенно точки. Но когда, конечно, Арос на 0 хп стоит, заряжать рису не сильно хочется по нему. Благо, наш союзник добил, но я почему-то... А, это огнемет свой был. Окей, думал, что это вражеский, поскольку я здоровья его не видел. Оказывается, просто он находился довольно высоко, поэтому этих параметров не было видно. Давайте зарядим по вулканчику, друзья. 1300, то есть примерно где-то половина хп у среднего танчика мы забираем. Но не забываем, что перезарядка, конечно, сравнение с скаутом очень долго. То есть на скауте, наверное, за этот момент, пока мы перезаряжаемся, я могу стрельнуть аж 2 раза. А там, по-моему, стабильно по 1000 урона с каждого выстрела залетает. Но там нет такой возможности, когда вы можете там, допустим, каждым третьим либо четвертым выстрелом зарядить такой урон, что противник просто офигеет, друзья. 6600, ого. Круто, ну хотя бы если мы одну позицию будем держать в плане точки, да, на этом фланге, то как вариантик, может быть, что-то у нас будет хорошее получаться. Но твинси, которая, конечно, с резистиком неприятная уже штука. Заодно сейчас посмотрим, что по резистам у противников, то есть насколько от резиста ребята много берут защиты. Две лишь защиты, друзья, одна 50%, вторая 47%. Овертрайк у меня практически накопился, поэтому как вариант, возможно... Можно выдвигаться вперед. Одного разобрали. Это хорошо, вулканчики пока там вроде не спускаются. И в туннеле я вроде как никого больше не вижу из вражеских танчиков. Скорпиончик вместе с нами будет сейчас напрягать вражескую команду. Мы можем вместе с вами, наверное, даже выдвинуться. Если противника увидим, даже зарядим тот самый овердрайвик. Один противник пока несущественный. Поэтому мы рисковать не будем. И тем более и так вылетел критурон, который просто вулканчика отправил на распы. Хоречку, друзья, 1300. Маловатненько, но ничего страшного. Сейчас одна дверь рисы и залетит опять безумнейший урон, который позволит нам противника разобрать быстро. Давайте вулканчика, друзья. Раз 600 урона, маловатненько. Соглашусь. У нас попытка номер 2 есть. Еще 1300. Мало, конечно, 400 очков, друзья. В целом мы даже отрываемся от наших союзников, как бы странно ни было. И у нас в союзниках есть один парень, который тоже прокачан. То есть, если вы, возможно, думаете, что у нас игроки попали слабые союзники, то это не так, потому что, во-первых, мы матч выигрываем уже пока что на данный момент. Но и также девяточки также в нашей команде, как ни странно, присутствуют. То есть есть прокачанные игроки, которые играют на рикошетике. Ого, но меня разобрали, к сожалению, точку мы право пока что не забрали. Надеюсь, что наши это смогут делать. Наверное, все же мне проще удерживать точку левую, которая именно там находится. Давайте овердрайв активируем. Блин, овердрайв, конечно, чуть-чуть запоздал, поскольку 1,5 секунды задержка. Плюс у нас еще риса имеет задержку. Ну вот так вот просто разобрали двоих, друзья, под овердрайвиком. Туда, красота. В чем минус хорька, допустим, в чем привилегия хорька в сравнении с диктатором, да? В том, что у хорька не так уж и длительный, не такой уж и длительный эффект пробития, точнее статус эффекта критического урона.
статус-эффект, просто критический урон. Но зато у него есть возможность пробивать танчики. То есть в нашем случае, конечно, здоровье нам играет на руку, потому что нам в этом форматике нужно удерживать точку. Поэтому, наверное, в сегодняшнем видеоролике мы не будем Харёчка тестировать. Но если вы обязательно наберете хорошую активность, я думаю, что к Харьку мы вернемся. И в следующий раз, возможно, с тем же Харьком что-нибудь вместе с вами протестируем. То есть у Харька, да, конечно, крит урон не длительный, но при этом за счет того, что он пробивает, мы можем реально также танчики довольно неплохо уничтожать. Это в случае нашей, скажем так, возможно, предположение. В случае, возможно, уже на практике, как это будет работать, в следующий раз обязательно попробуем эту тему вместе с вами затронуть. Левый фланг немного теряем, друзья, это неприятно, потому что по точкам начинаем проседать, поэтому мы будем пытаться сейчас, возможно, занимать этот левый фланг. К сожалению, в моем случае я промахиваюсь, та же смока, возможно, добивает, плюс я уже рассчитывал, что я успею попасть, поскольку задержка все же 10 секунд. Не 10 секунд, а 10% влияет на то, насколько я, возможно, в том моменте или ином отыграю, поскольку, ну, у меня привычки нет на этой рельсе играть, то есть первый бой на этом вооружении, в моем случае, как раз сразу же на видеоролик. Друзья, 1300 урона, к сожалению, этого не хватает для того, чтобы шотнуть викинга под тем самым расходником, которого не было даже на самом деле. То есть расходников противника не было, но, к сожалению, мы его не разобрали. Давайте попробуем паладинчик, точнее, крусейдера, раз и разобрали, но крит урон вылетел, конечно, позволил нам справиться, одолеть противника. Кстати, можно было попадать, но, к сожалению, я этого не смог сделать. Давайте по Харёчку, может быть. Ну, по Харёчку не получилось. И 0 урона по противнику, который находится перед нами. Но мы можем продолжать держать точку. Мы его еще сливаем. И если хотя бы наши будут держать одну точку, я думаю, что не проблема всемиром хотя бы одну точку выбрать и вместе захватить ее, то будет хорошо, потому что я в одиночку, как минимум против одного, а иногда против двух противников стараюсь удерживать хотя бы левый фланг. Кстати, странно, но смока почему-то решила от меня уехать. Наверное, испугалась, друзья, рельсу, да. Вы думали, что не боятся? Боятся некоторые противники. Очень страшно, когда залетает урон, который просто тебя шотит, особенно на тяжелом танчике. И, к сожалению, погибаю, но при этом по точкам начали чуть-чуть хотя бы догонять. 600 очков, друзья, уже. У противника, конечно, на... Я вот сейчас не знаю, это, по-моему, то ли рикошет, то ли твинс. Тоже довольно приятное количество очков. Может быть, кстати, это уже рельса. То есть устройство очень подобное. Напишите в комментариях, на чем, возможно, он играет. Возможно, я обращу внимание. Кстати, смока ядерные энергии тратит. Ого. Вот настолько страшно играть против рельсы. Скорее всего, именно так и есть, потому что в другом случае я не вижу реально серьезных конкурентов, чтобы юзать овердрайвы. Те самые, которые позволят вам, возможно, иметь преимущество. Не ядер, точнее, не овердрайвики, а ядерные энергии, которые ты можешь активировать и не ждя того самого овердрайва, пока накопится, сразу же им воспользоваться. 20 точек есть, друзья. Давайте, может быть, овердрайвик нашему хантеру прожмем, если он выживет. Как вариантик, может быть, могли успевать. Давайте рикошета просто попробуем шотнуть. Оп, все. Рикошет был с овердрайвиком. Да плюнули мы на него и все, разобрали быстренько. И еще вулканчик, друзья. Оп, все. Минус 2 противника. Да, конечно, крит урон, который, наверное, позволяет нам лишь две рельсы выдать, но при этом это вполне достаточно, чтобы двух противников разобрать. К сожалению, меня парень подпер, возможно, даже сбил прицел, но это ужас, конечно. Союзники, возможно, бежали, конечно, от рикошета безумного, который на овердрайвике был, но неприятно в таких моментах оказываться, особенно той пушке, на которой ты, конечно, не имеешь возможности, как на смоке, либо твинте, каждую там полсекунды стрелять. То есть нам требуется, конечно, перезарядиться, при этом прицелиться точно. По точкам, друзья, начинаем пока что лидировать. Не критично, не сильно преимущество мы имеем, но при этом стараемся, возможно, продолжаем удерживать левый фланг, если, конечно, такая возможность есть. Потому что сейчас пока что на левом фланге очень много противников. Я надеюсь, что крит какой-нибудь вылетит. К сожалению, пока что крита нет. Но при этом мы можем разобрать, наверное, рикошетика, который находится в туннеле. 687. И вот сейчас, мне кажется, должен уже долетать, наверное, крит урон, который нам позволит... Ну, рикошета, к сожалению, не разобрал. Но хотя бы точку попробуем забрать. Потому что вулканчики стоят на дистанции. Да, по нам дамажит, но мы можем увернуться. Попробуем хотя бы одного разобрать. Шикарненько разбираем. Но и точка пока за нами. Это хорошо. То есть две точки пока что мы удерживаем, плюс паладинчик овердрайвик активировал, который, к сожалению, в моем случае, меня не спасает. Центральная зона пока что наш союзный Ареса Скарпончик не удерживает. Но я надеюсь, что в будущем он сможет захватить, а мы пока будем держать хотя бы левый и правый фланг, поскольку наши союзники все же правый фланг пока что на данный момент удерживают. Паладинчик там пытается пробивать. Кстати, под пробитием, конечно, было бы хорошо кого-нибудь уничтожить, но он, видимо, залагал. Потому что статус эффекта пробития так и не увидел. Двоих, друзья, просто туда. Ну, вы представляете, да, ну это безумно. То есть, когда реально залетает крит, особенно в этот момент, когда вы понимаете, что сейчас, возможно, он залетит и стреляете по двоим. Ну, это минус 2 танка. То есть, на карте, на которой 8 игроков играет, уже минус 2 танка. Это уже приятно в вашем случае. 800 очков.
И мне еще, возможно, друзья пишут о том, что лиса сейчас не нагибает. Да, возможно, смотрится она не так уж и весело, как другие вооружения. Но по статистике, посмотрите, друзья, 30 кило, 800 очков. Да, против противник меня набрал чуть больше очков. Но при этом это не говорит о том, что лиса совсем бесполезна. То есть, если ты правильно воспользуешься лисой, а точнее комбинацией вместе с лисой, то есть корпус правильно подберешь, возможно, тот самый дрон актуальный на легендах. Потому что на бруте на самом деле то можно играть, потому что брут на самом деле не имеет больших показателей. Но и бустер на самом деле преимущества такого большого нам не дают, поскольку лишь 10, а то и максимум 20% в некоторых ситуациях прирост лишь к урону, который роли особенно не играет, потому что мы и так шотаем средние танки. Средние танки мы даже без бустера какого-либо можем шотнуть за счет нашего овердрайвика. Юзаем овердрайв, друзья, будем сейчас пытаться захватить точку. Давайте по вулканчику под критом. Бэм, 6600. Ну, залетело бы с брутом, наверное, но 5000, возможно, 6 ровно тысяч. Но роли бы не сыграл, потому что как он бы погибал, так и погиб бы под этим безумнейшим нашим крит-уроном. Давайте, наверное, пока что отвлекать противников, потому что противники пока нашу точку не забрали. И по игрокам, кстати, мне кажется, мы что играем, наверное, ну, примерно вместе с вами то ли полбоя в пятером. Точнее, в пятером, а в сколько нас на карте? По-моему, не 8 игроков, а 7 на 7, что ли? Наверное, 7 на 7. То есть у нас минус один игрок уже на протяжении полуматча, а может быть и того больше, к сожалению. Я не знаю, как это происходит, но мы играем в меньшинстве, плюс посмотрите, кто у нас последний играет. Хотя против такой же игрок есть, поэтому, наверное, жаловаться да и не стоит. Давайте пробовать аптечку забирать. По точкам пока что лидируем, две точки за нами, это хорошо. Если мы сейчас будем удерживать эту точку, которая на левом фланге находится, то, скорее всего, победа будет за нами. К сожалению, я не успеваю Егорочка разобрать, но при этом 10 секунд. Мне кажется, ничего не поменяется, и даже в меньшинстве, с тем учетом, что как у нас последний игрок, последний слабенько отыграл, что у противников, мы показали довольно достойнейший результатик. Не набрали 1000 очков, но нам этого и не нужно, потому что мы выиграем матч, зарабатываем 3700 кристалликов, 3000 опыта, без всяких повышенных фондов, друзья. Ну как вам такое? Мне кажется, если в умелых руках правильно, реально воспользоваться вооружением, понятно, что скорее всего бы хотелось, наверное, все же, чтобы разработчики постарались неким образом апнуть рейс сюда, которая сейчас в последнее время утеряла свою, возможно, актуальность. Но в целом, если вы грамотный игрок, который понимает, как в нашей игре устроено вооружение, та или иная комбинация, если правильно воспользуетесь, то никаких проблем нет. Во-первых, выигрывать матчи, а во-вторых, показывать достойные результаты, за которые вам точно будет не стыдно. Потому что мы переиграли в плане очков всю нашу команду, да. У второго парня, у которого джеска такая, как и у нас была, 656. Он играл на рикошете, который сейчас вроде как смотрится довольно неплохо. Возможно, он играл не с Гелиусом, я сейчас не обратил внимания, но все равно даже в таком случае было, наверное, ему гораздо-гораздо комфортнее, чем рельса, о которой говорят, что она не актуальна. На самом деле, не актуальны игроки, которые не умеют либо на ней играть, либо же не умеют подобрать правильную комбинацию, которая позволит им раскрыть полноценно то самое устройство, которое они используют в бою. Если вы игрок хороший, который разбирается в игре, то вам какое бы вооружение дали, вы сыграете на нем достойно. Поэтому напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Как по мне, рельса, конечно, требует некого, возможно, апа, но при этом я все равно на данный момент чувствую себя довольно комфортно. Кому интересно обзорчик на рельсу со скаутом, возможно, в правом верхнем углу оставляю аннотацию, либо забегите на второй канал, посмотрите видеоролик там, где мы играли с рельсой на устройстве скаут. Ну и также видеоролики не забывайте, друзья, поддерживать пальчиком вверх, однозначно не забывайте на канал подписываться, прожимать колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня и до скорых встреч.